Пожалуйста, простите меня. Пожалуйста. За что задержанного, скажите? В смысле задержан? Ну, за что к вам приехали сотрудники полиции? За то, что я глумился над костями умерших людей. Я больше никогда так не сделаю. Простите меня. Ты раскаиваешься содействием? Да. Тебя кто-то простите, просил это сделать? Умоля. Нет. То есть ты сам вот это все придумал? Я просто хотел просмотров, правда. Я не хотел что-то плохое сделать. Простите, пожалуйста. Сколько у вас было? Что? Сколько у вас было? Чего? Там, на могиле. На каком кладбище все это происходило? На кладбище, где... Какое? Я не знаю. Я не знаю ничего, почти. Правда. Так сколько у вас там было на кладбище? Кто снимал? Снимал меня и все. Мы вместе вдвоем были, больше никого не было. Но вы хотите что-то сказать в свое оправдание? Да, или просто больше не будете? Простите, пожалуйста, ни за что, никогда. Я больше такого не буду делать, правда. Ну кто-то же мог надоумить, но не мог-то сам такую хрень придумать. Ну да, у меня, знаете, блогерша Алиса Вписка, она выкладывала в прошлом, или я не помню, позапрошлом году материал подобный и говорила, что это нормально и так и надо. И я просто... А денег обещала? Нет, она ничего не обещала. Просто я посмотрела на ее контент и подумала, что это нормально. Ну, и решил подобным образом тоже так сделать. Ну, хочешь что-нибудь сказать? Я присоединюсь к словам. Он все сказал, больше ничего. Правда, мы не хотели. Мы даже не думали вообще, когда загружала. Просто думала, что ну, там максимум 10 просмотров и все.